Добрый вечер, дорогие телезрители 9 ТВ на Фейсбуке. Вы сейчас находитесь в Доме культуры «Выстрел». Вот каждый раз я приезжаю в новые города, в новые дома культуры, и вот мне всегда интересно, вот почему их так назвали? Вот в честь кого? Вот вроде город Солнечногорск, безобидный город, замечательный город, очень зеленый. Но почему «Выстрел»? Кого? Кого здесь, собственно говоря, грохнули? Не знаю, надо будет выяснить. Может быть, об этом знает наш имперский балет, надо у них спросить. Сегодня у нас шоу, здесь концерт сольный, а как обычно, я счастливая, но просто я счастливая в ДК «Выстрел» как-то не клеится, я не знаю почему. Ну, пойдемте узнаем. Слушай, надеюсь, вот вопрос. Как ты думаешь, а почему ДК «Выстрел»? «Выстрел»? В Солнечногорске. Это последний наш концерт. Я думаю, в конце каждого выступления «Выстрел» в голову. Ну, нельзя говорить такой. Последний. Это ну, крайний такой концерт. Это крайний концерт. С выстрелом в голову. С выстрелом в голову. Это версия в голову или солистки. В голову? Нет, знаешь, в ногу не надо, вы дорого стоите. Версия солистки балета, но какая-то странная версия, какая-то не очень оптимистичная. Видать, она еще не поела. Не поела, у нее настроение плохое. Ну ладно, короче, я пойду. Мне сейчас вот мне пока ржут, как слону. Вот. А, кстати, вот расскажу вам о нынче о гримерках. Гримерка, ну, как ни странно, вообще спасибо большое. Это вот бывало хуже. Вот, многообразие еды, фруктов. Ну, вообще у меня скромный райдер просто. В отличие от некоторых артистов. Вот. Самое главное, есть мед. Обычно всегда я его забираю к себе домой, потому что ни разу даже не открываю. Вот. Чай, кофе, наркотики не предлагают, алкоголь я не употребляю, чайник есть, и слава богу, мед дырявый хорошо. Вот. Блин, сладкий еще. Все сладкое. Вот. Рояль есть. Рояль есть, точнее, это пианино. Пианино времен Майи Кристалинской. Вот, тоже очень немаловажно, чтобы распеть для артиста. Ну и что же такое еще? Ну и, конечно, туалетный столик. Сейчас приедет у нас наш имперский визажист. Приобретет нам лицо, в конце концов, потому что сейчас его, простите, мои дорогие, я понимаю, вам неприятно смотреть на это, но его просто нет. И мы превратимся из обычного стандартного человека в артиста. Вот. Так что прекратите меня снимать, дайте пожрать. Дай им переезд, дай им комфортабельный автобус, да вообще, да обалдеть. Вот всегда мне мой папа говорил только одно: пап, вот ты молодец, ты всегда мне говорил, что, Манечка, не зажирайтесь. Вспомните, как жили все-таки артисты в советский период, когда носком раковину затыкали и там картошку варили, когда, извините, санузел был, а в минус 30 в какой-нибудь тундре и в туалет. А мы, понимаете, что пятизвездочные не пятизвездочные, что семь обнаглели. И чемоданы им не те, и, блин, гримерки им не те, и пожрать им дай, вообще тихий ужас. А мне дай новый сайт. Хочу новый сайт. Кстати, скоро будет. Я знаю, сегодня по русскому радио в 10 утра сказали, что у 9 скоро будет новый сайт. Вот. Фигня, что у меня iPhone не 5. Ну и что, зато у меня будет новый сайт. С новыми бздюльками, новыми плашками. Знаете, такое слово новое. Апгрейд будет сайта происходить. Вот. Мы его немножко закроем, вот, но чтобы потом сделать его красопеточным. Но, дорогие мои форумчане, вы не переживайте. Форум, конечно же, останется, потому что это единственное место, куда мы можем все с вами приходить, говорить, высказываться. А главное, назначать место встречи, которое в ближайшее время, по ходу дела, нам явно не грозит, потому что у нас сольный концерт. I'm sorry. Всего доброго. Целую крепко, ваша Лена.
Маленькая победа. Это город Солнечногорск. Да, конечно, Екатеринбург. Конечно, не Питер. Конечно, не Москва. Но все-таки здесь живут люди. Очень классные, добрые, теплые. Принимали очень хорошо. Ну, мне кажется, нас уже по-другому и нельзя воспринимать. И принимать. Тем более, русская песня, она же рулит. Так что, дорогие мои, вы все увидите на 9 ТВ. Специально для Фейсбука. И сегодня у нас работал главный оператор Андрей Трофимов. Трофи, ты лучший. Целую крепко, ваша репка. Пока!